Приветствую дорогого зрителя на своем канале, Александр на связи. Итак, в своем любимом магазине «Дачное счастье» приобрел в этом году опять горшечный вариант георгина. В прошлом году я снимал видео, высаживал в горшках, и они цвели, было очень красиво, они компактные, и вот этот раз мы еще взяли третью расцветку. Один из клубней я храню на подоконнике, я так и не дошел показать. Я хочу попробовать размножить черенками. Я обычные георгины большие размножал, но этот у меня он всю зиму стоит на подоконнике, и у него зелень есть. В общем, я об этом сниму обязательно видеоролик. Как я их храню? Купили на днях, видео вот снимали сегодня. Кто смотрит меня постоянно, заметили, что в последние дни чаще выходят ролики, потому как все сезон у нас можно считать открытым. Вот такие хорошие клубни. В прошлом году я снимал видео, были поменьше они. Смотрим, чтобы была плотная, не гнилая шейка корневая, вот она обрезана. Чтобы были неповрежденные клубни, ничего я ворошить не буду. Чтобы они были твердые, не гнилые. Мы видим чистенький, хороший клубень. Я видел в интернете метод хранения в воске. Это там женщина показывала. Она занимается продажей, и у нее очень много. И она хранит воски. Прям окунает воск, как черенки винограда, расплавленные. И таким образом хранит. Я не знаю, до этого, наверное, не дойду никогда, потому как у нас их мы только вот обновляем немножко и все. Потом даже чаще всего мы просто раздаем, потому что дача на острове возить проблематично, особенно у больших георгинов, клубни здоровенная. Его помыть там целая проблема. Вода уже осенью холодная, нагревать и в общем, ну, понимаете меня. Была бы дача, ну, свой дом, было бы гораздо проще. Я бы вас еще надо больше бы радовал. Итак, засыпаем субстрат сухой, совершенно сухой. Я вам сейчас расскажу полностью, как я буду дальше с ним поступать. Укладываю сюда георгин. Я хранил даже просто в коробке, прокладывая лутросилом, укрывным материалом. Какой был там, черный, белый. И они у меня сохранялись. И даже к маю месяцу прорастали. Из-за появления плюсовых температур в подвале. Вот так насыпаю орехнин. Потом этот орехнин можно будет... Это кокосовый субстрат. Я его применяю при укоренении черенков разных. Винограда уже несколько лет. А антурию мы пробовали в этом году первый раз. И у нас все отлично получилось. Вот так мы его просыпали. Этот мешочек в дырочках, и он дышит. После чего, если их много, можно разложить аккуратно в коробке, чтобы она не требыхалась, не ворошилась. Можно в такую небольшую коробку покласть, положить сюда и закрыть. Можно в такой мешочек, дышащий мешочек. В таком я храню луковицы гладиолусов. Но это у меня есть отдельный плейлист «Гладиолусы, размножение, посадка и уход». И потом весной я их достаю на подоконник, вот так же. Приоткрываю, с пульверизатора опрыскиваю и ждем пробуждения почек. Очень удобно. Под низ, конечно, я кладу поддон, потому что вдруг влаги будет немного больше и вода, естественно, потечет. Таким образом я их потом проращиваю. Ну, на даче уже высаживаем в горшки. У меня большие горшки, там на 10 литров и поменьше был. И они уже проверены, в том году отлично на них росли. Только для начала я их в полутень ставил, чтобы, потому что раз в неделю на дачу приезжаем, либо протенял горшок от солнца, чтобы не пересыхал грунт. Грунт у нас на даче песчаный, и раз в неделю полива ему хватает. И после чего я унесу их в подвал, где у меня температура сейчас где-то около плюс 5 градусов. Ну, меньше уже не сделаешь. У нас на улице скоро плюс уже будет на следующей неделе. И там оно у меня будет и храниться в темноте, и в прохладе. Там же у нас хранится и картофель, и саженцы хранили.
винограда. Розы покупные тоже там хранили. На этом заканчиваю свое видео. Спасибо всем огромное за внимание. С вами был Александр, канал Садоводов Хабаровск. Всем пока.